Чемпионат мира по хоккею в Дании в самом разгаре. Команды уже провели первые игры. Сейчас идет активная борьба за выход из группы. Группа Б, в которой играет Латвия. Основные игры проходят не в Копенгагене, а в городе Хернинг. Городок этот совсем небольшой, 50 тысяч населения. Но их главная арена, большая гордость, она включает больше 12 тысяч зрителей. Вокруг арены во время чемпионата построен настоящий городок хоккейных болельщиков. И здесь действительно есть на что посмотреть. Атмосфера в фан-зоне действительно праздничная, и у болельщиков боевой настрой, наверное, не меньше, чем у самих хоккеистов. Скандирование «Латвия» здесь не замолкает практически ни на минуту. А перед игрой фанаты тренируют свои кричалки, вот чтобы как сейчас и во время игры. Самой Дании, небольшой страны, чемпионат мира по хоккею – это крупнейшее спортивное событие за всю историю. И чувствуется, что они его очень ждали и встречают с радостью, потому что все подготовлено на самом высшем уровне не только для болельщиков, но и для хоккеистов. Вот, например, интересный нюанс. Вратарей сборных с площадки в раздевалку отвозят на специальном электрокаре, только потому, чтобы им не нужно было идти во всей спортивной форме по длинному коридору в раздевалку. Так что сервис здесь на самом высоком уровне. Латвия провела уже две игры против Норвегии, против сборной Финляндии. По словам главного тренера Боба Хартли, в этом году программа минимум – это остаться в высшем дивизионе. Программа максимум – побороться за выход в четвертьфинал. И шансы есть. Мария Иванова, Алексей Иванов, Dot.com TV, специально из Дании.